Всем привет, с вами Голд, и это моя новая серия на Amazing Roleplay Green. Сегодня будут погони в ДПС, также мы будем штрафовать людей и следить за дорожной ситуацией на дорогах, блять, мать вашу. Если вы еще не играете на Amazing, то, конечно же, опускайтесь по ссылке в описании, скачивайте игру, заходите на Green сервер и вводите мой промокод Голд, который вам даст кучу денег на развитие на 5-10 уровне, 450 тысяч рублей. Ну а давайте мы погнали к ролику. Садись. Быстрее, Валера, блядь. А, в данный момент двигаемся по городу Арзамасу. Сейчас напомню, что мы ведем погоню за Mercedes-Benz черного цвета C-класса. Сейчас едем в сторону отдела ДПС. По правую руку мы проезжаем его. Водитель поехал в сторону банка, по правую руку мы оставляем банк, двигаемся по дворам, напоминаю, черный Mercedes-Benz. Двигаемся к трассе Арзамас Южный, водитель останавливается перед трассой и едет дальше. Так, это вообще Mercedes едет? Я не вижу, блядь, или это BMW? Сейчас в данный момент двигаемся по трассе Арзамас Южный. Это Mercedes, да. Окей. Ой, блядь. О, смотри, что мы нашли. Это Бэха. Это та самая Бэха. К обочине. А, нашли ту самую BMW черного цвета, которая уходила от нас. Двигаемся по трассе Арзамас Южный. По правую руку проезжаем мечеть. Водитель дрифтит по дороге. Открыли огонь по колесам. Если свободный экипаж, то можете прицелиться. Вот раз Арзамас Южный, позади нас мечеть уже. Спереди нас Рублевка города Южного. Водитель не справился с управлением, врезался в отбойник. Мы также немного в него врезались. Машина водителя сломалась. С машины выходим. Да, требуется. Водитель свернул от Рублевки города Южного в правую сторону. Также за ним двигается черный Мерседес, за которым мы также гнались. Они поехали в сторону Бусаева. Сразу два человека, которых мы преследуем. Уже доезжаю до светофора возле Рублевки Южного. Хорошо, вас понял. А по правую руку мы оставляем транспортную компанию у Бусаева и двигаемся в сторону Бусаева. Скоро будем подъезжать к особнякам семьи. Нашли черный Mercedes и BMW 5 E60, обстреливаем их по колесам. Требуется помощь как можно скорее. Мы уже в Бусаеве. Позади нас заправка, а также загрузочная станция Бусаева 2. Сейчас двигаемся к тюрьме. По левую руку мы оставляем особняк семьи. Двигаемся по полям. Водитель съехал с полей. По правую руку мы оставляем особняк семьи. Опять двигаемся к Бусаеву. По левую руку и по правую руку у нас остаются загрузочные станции Бусаева 2. У нас срезался черным Mercedes. Поехали. Вот черный Mercedes, где он, блять, уже? Да, и BMW еще, да, получается? Да. Сразу, Валера, короче, сразу высовываемся и стреляем по нему. Все. Нет времени ждать. Они меня уже заколебали. Позади нас развилка города Южного. Сейчас обстреливаем автомобиль. Позже скажу местоположение. К обочине прижимаемся. От нас недалеко ФСИН. Водитель покинул область. Всем спасибо. Я уже ему преследование. Есть свободные экипажи в области. В данный момент ведем погоню за фиолетовым Mercedes-Benz G-класс. Двигаемся по городу Арзамасу. По правую руку у нас набережная города Арзамаса.
Машина в неисправном состоянии, двигается по набережной в сторону бывшего завода. К обочине прижимаемся, фиолетовый Мерседес. Водитель развернулся от бывшего завода и едет также по набережной. Просим подключиться, подключить еще второй экипаж. Подъехали к сцене, водитель едет по тротуару. Вот что он делает. Мы на набережной города Арзамаса, позади нас сцена. Никак нет, ведем пешую погоню за преступником. Мы позади оставляем мечеть, он уже около реки. Открывать огонь можно? Воды вылез. Блять, так можно или нельзя? Если он не открывал, то нет. Принял. Ждем возле берега. Вы из воды выходите. Ну и пацаны, хочу вам сказать то, что я немного приболел, из-за этого у меня голос немного просел. Я говорил намного тише, чем я могу, и из-за этого я плохо координировал. Я надеюсь, вам понравился видеоролик, и вы поставите за него лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, а также напишите комментарий. Все это бесплатно, за 0 рублей, 0 копеек вы это сделаете, а мне будет очень приятно. Я буду просто вот, блять... Просто рад вот это вот. Я вот каждый комментарий читаю, отвечаю. Я рад каждому комментарию. Ну а с вами был Голд. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.